добраться до человека. Блин, я уже хотел. Ладно. Подумал, что подбирать, чтобы она была. Они же мама не сядут по-любому. Мне уже, блин, на вторых перебежках хорошей маны нет. Ты им же во тьме еще заливает. Вообще, вот как всегда васап собирал, он добирал 2 дерева, а дерево заливает во тьму ману, и тут же две совы заливают двум шаманам ману. А второй шипа уже поет гимн, и шаман ставит. Давай, ладно. Ты же в курсе, что там Даня делал. Слышишь, Войт? Поменяй ханта и шипа местами, пусть шипы сразу заходят. Там просто меткость нужна. Но там приз будет и хилить. Как бы человек на флучка вылетал, блядь. Красава. Небеса в огне.
посланником Смертокрыла. Танк умер. Опять. Все, Слава, мне пора идти, это я вам скажу. Ну, ребят, как дела у вас там в РС? Сейчас зайду. Вот, слушай, может, все-таки я возьму, пойду кем-нибудь другим? Ну, я сейчас на хулипале. Может, есть у кого-нибудь, я не знаю, ну... Блять, как-то уже надоело. Одна и та же проблема. Просто упал. ХП. ХП кончилось резко. Что случилось с подлодкой Курск? Что-то я она много упала. Раз... Физической отметки, что-то меня очень много раз опускали по ХП силе. Может там из меликов бьет просто спереди и из-за этого постоянно парихасты срабатывают. Там восьми всегда на танке должно быть висеть две ходы. Восстановление, омоложение, все, больше ничего не надо. Женецвет — это полная дрочь, это только на вальке его можно использовать. Женецвет очень классно кидает на выносящий момент. Ну и на выносящий, да. Какой щит? Он его должен отдавать на танк, потому что абсорбится много урона. Потому что танк танчит и большого, и хлёнка. Давайте вы не будете придумывать велосипед и показывать, какие вы умные. Вася. Понял. Это глупо, ладно, смотри, в
первую очередь сначала хватаешь танк. Восстановление, омоложение и жизненный свет. И все, и потом только рейд. У вас там 3 хила, и рейд на 50% он никак не грузит. Так что в первую очередь сначала хиль танка, накинем ему все хода, а потом уже можешь кидать 7 хода всему рейду. Все. У вас же там всего сколько человек? 5, 8, 9 человек. Делать 9 человек за вход, блин, это не проблема. Но в топе, конечно, потеет. Ты будешь во тьме хилить? Нет, ты ебала. Чары попоем, чары попоем. Я могу объяснить. Подождите, подождите. Второй раз жить какой-то. Второй раз. Сейчас подождите минуту, я на скуп позвоню, если дозвонюсь, может зайдет. Тебя, кстати, Войт, на самом деле лучше Войтьму отправить, потому что Лана хилит, но это капец. Он даже во время того, что когда уже это было разделение, и он даже до сих пор не перехилил там, по-моему, Шамон. Он сейчас этот Фаву, у него есть. Вы рейдить как будете? Да тут я. Я рыбку кушала, вы пульнули. Так вы что, из-за меня что ли упали? Вот вы... Я так успела добежать-то. Подожди. Нету ни кулаков, ни каску. Кулак, каску. Каску дайте. Пускай Лолана спекнется в Фаву. Каску по шаману дайте. Спасибо. Подожди, там сыпал. Ну, он трубку, короче, не берет. Не знаю, что. Он так и не понял, что он хилит. Лалана. Все. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Нет.
Привет, привет. А что случилось? Дыхнул, вред. А, да. Поставите, мам, я уже полопан. Нет, может сейчас на мне глянуть, на мне кровь. Это таунт, вероятнее всего. И он не покажется. Так это не он, Чебиварик просто смерти нажал. Вот, это не так, конечно. Таунт, я нажал таунт, ага. Я сейчас тебе покажу. Что я таунт нажал? Ну, покажи. Покажи, где я нажал таунт. Ты нажал. Что это? Вот последнее, что это? Я не нажимал. Есть на цифру 7, но это далеко. Извини. Один раз больше упадем, один раз меньше, такая разница. За компом. Не, ну такая позиция, это хуёвенькая на самом деле. Конечно, хуёвенькая, блин. Ну ладно. Да мне и так удобно за танк, короче, силой ранить. Как пристабав. Ой, это уже заебло. Вот это вот. Чё опять случилось? Если уже падают в огне, блядь. Да ещё поинтереснее, чем вчерашняя целка. То сколько годы на ремонт потратил? 200 кулок уже ушло.
Нам, на самом деле, реально, это каждому нажать случайно не ту кнопку, как бы. Но... Надо. Только бабки не все. Кристалин. Спасибо. Это одно и то же. Ты что, расстраиваешься? Я хочу остаться. Вы не дезморальтесь. Просто тройте и все нормально убьем потом. Ну просто падать от огня на первой перебежке — это просто, это верх мастерства и безумия. Ну, типа люди устали, но сосредоточьтесь, нормально все. Видел хоть раз, чтобы я в огне падал? Случайно так получилось. Я не про себя вообще говорю. Вуди, ты защитил диплом? Управляю. Вуди, а ты на ком сейчас? Спасибо. На роге. Блять, ты на роге. Кто у тебя еще есть? Мне чашка нужна. Кстати, может, у него R2 есть? Есть. Бля, извини, я тебя попалил, брат. Лучше я тебя не поздравляю. Мне на чашку так я. Наручи тоже нужны. Слышь, ох, Ворда, сложно будет обойти ППРу. Ладно. КД. У него уже, кстати. Ну да, кстати.
Как топчик. Может он на шамане, а я на друг. Потому что я думал, что я шаман не очень. Так я ж говорю, я чашку хотел, но раз не вырываешь, то ничего. Мастурбация. Анус лизин. Пробафать всю кровь. Хватили. Так покраснели щечки, да? Блять, лизинга. Или поклонников ставит херню. Ну? Ты далеко стоял. Какой далеко? Я его только ставил и перебежал. Ты видишь, какая лужа вообще? Это такое. Я даже не зыблинку отдал. Я могу даже линканушен на КД. Да нормально вроде хилилось. Нормально вроде. Я бы еще и клык прожал, тогда, но меня бы мелкий трэш выбежал. Я ж там же лужа видел, какая здоровая была. Надо было ее перебегать. Не, ну там тоже, понимаете, я не мог скастовать, потому что я от лужи отбегал. Я в шок кинул и все. Больше там ничего не должно быть. Хоть еще и ходки на меня подкидывает. Ну, по сути, его
Нет, ну не в этом дело, его застанем, он просто положим. Ну, протанчу. Да. Не, ну я просто от чего, типа, он там шел, вот и все. Не, в хвосте не танчу, я ж словил большого, давай тут же перебегать. Там же лужа, ты видел какая вообще? Я тем более еще и не зыблинку отдал. Не, ну понятно. Не, там вообще одна секунда. Да пофиг, дальше. Ловит он там. Раз, блядь, спадал. Ну да, я сейчас спадал. Все. АЛП мне можно дать? В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь, тени. Добили. Вань свободу никто не дал. С кого упал? Ну, как такое дело? Наверное. Фридома не было. Я сейчас кидаю я Фридом следующий. Я есть свет, и я есть тьма. Трепещите, ничтожные, перед пос...
посланником Смертокрыла. Заходи, да-да. Метеорит, по-моему. Диспел, алло. Кого? Петря диспелит? Вообще, о чем говорим сейчас, Ретри? Прожмись, пожалуйста, не могу вообще ничем хилить. Ну. Да что у тебя случилось? Ну, в смысле, я шок в тебя кинул, перебегал когда, и была, грубо говоря, капли на АКД, все. Давайте могу еще сказать. Падаем. Падаем, да? Да. Вот, да. Слав, мне нужно отойти. Там минут на пять. Нет, я Че Гевара.